Я рожден для севера. Я жару не люблю, не люблю юг. Я очень хорошо переношу холод, поэтому рожден для севера. Но это для меня юг. Тут тепло, хорошо. Поэтому живу на севере. Не люблю жару. Дальний Восток и Север – это более открытые люди, более честные. Более человечные, что ли, так сказать. Ну, в принципе, так. За профессию не стыдно. Все как бы знаю, все по накатанному. Техника меняется, мы остаемся, чему-то учимся, что-то нас учит, но так живем. Ну я поехал добывать золото.